Согласно китайской медицине, на нашем теле есть точки, воздействуя на которые мы можем улучшать работу внутренних органов. И есть одна волшебная точка от 100 болезней. Сейчас я вам ее покажу. Я Вадим Левашов, преподаватель йоги. Начни свой путь к здоровью вместе со мной. Итак, точка от 100 болезней, точка долголетия. Обнаружить ее очень легко. Она находится рядом с коленным суставом в верхней части голени. Вот здесь вот. Вот кость. Да? И между косточкой и мышцей рядом с коленом есть углубление. Вот воздействуйте вот на эту точку, массируйте ее. Угу. И согласно учению древних китайцев, вы проживете долгую жизнь, здоровым.